После осмотра Мартвильского каньона мы отправились на встречу каньону Акаце, который является ущельем реки с таким же названием. Уникальность самого места заключается в том, что там каньоны наблюдать можно именно сверху вниз, так как вдоль скал на высоте 140 метров сделана подвесная пешеходная тропа. Мы приехали во второе место, на каньоны. Сейчас идем. В сумме нужно пройти 7 километров. Мы решили сделать это пешком. Дорога в одну сторону была равна 3,5 километрам. Был вариант поехать на внедорожнике и сократить путь, дабы поскорее добраться до подвесной тропы. Но, однако, мы не захотели лишать себе удовольствия насладиться красотой леса и романтикой прогулки по живописным местам. Как еще идти 40 минут. Нашли гриб. Огромный. Шагая по вымощенным камнем тропинкам, мы ощущали удивительное единение с природой, и казалось, что кроме нас на этой земле больше никого нет. Ну, кроме коров, конечно. Предвкушая невероятное зрелище, мы стали спускаться по ступенькам, которых, как нам сказали, всего 544. Считать их, конечно, мы не стали. Вот мы и оказались на подвесной дороге. В те мгновения душу переполняло восхищение. Открытое пространство и не цельное, а решетчатое строение тропинки заставляли сердце биться чаще, особенно при каждом взгляде вниз. Добрались до самого-самого пика нашей прогулки. Наконец-то мы прошли 3,5 километра. Вот, так что теперь наслаждаемся красотами. Здесь, конечно, очень здорово, очень высоко, очень высоко. Очень высоко – это 140 метров. Задумайтесь, приблизительно это 45 этажей. Ничего себе, да? А вот и река Акаце. Снимая ее, в моей голове крутилась одна мысль. Только б не уронить телефон, только б не уронить телефон. Налюбовавшись вдоволь, мы стали возвращаться. Мы поднялись. Мы это сделали.
дабы не нарушать прекрасные впечатления от увиденного, на обратном пути до экскурсионного бюро мы решили воспользоваться услугами такси. В итоге мы испытали неплохую такую прогулку по дикому бездорожью. Кстати, тоже интересный опыт. В целом, это путешествие было просто необыкновенным. Мы навсегда сохраним увиденные чудеса природы в памяти.